Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео будем вязать вот такой красивый стильный бомбер. Мой бомбер связан одним основным цветом, который используется также на рукавах, и два дополнительных цвета. Рукава, конечно же, можно вязать и основным цветом, а также можно использовать любое количество цветов. Можно использовать два цвета, три, пять и сколько вам захочется. Мой бомбер связан на размер 42-44, он не в обтяжку, не по фигуре, он и не должен быть по фигуре, так как модель не предполагает этого. И получается, что на 42-44 это оверсайз, подойдет на 44-46, даже вот этот вот мой связанный размер. В этом бомбере все максимально просто, так же, как и во всех моих мастер-классах, я стараюсь сделать все попроще, чтобы было понятно и новичкам. Все у нас вяжется отдельными деталями, вяжется сначала спинка, затем две полочки и два рукава, и затем уже вяжется планка бомбера. Здесь у нас поперечное вязание. Бомбер можно вязать из абсолютно любой пряжи, любых составов, которые вам нравятся, и на любой размер. Этот бомбер можно связать не только для женщины, но и для мужчины, как для ребенка, так и для взрослого мужчины. Дело все в цвете, и еще планочка на женском варианте у нас застегивается справа налево, на мужском варианте будет наоборот, слева направо. Я свой бомбер вязала без расчетов, у меня уже глаз наметан, примерно я знаю, какое количество нужно набирать, но как сделать расчеты конкретно для этого бомбера, либо для другой вещи, связанной крючком, я сняла отдельное видео, в правом верхнем углу вы найдете ссылочку на видео с расчетами. Переходите, делайте свои расчеты и вяжите свои красивые бомберы. Забегая вперед, я хочу сказать, что мы резиночку по телу бомбера и по телу рукава вязали разными узорами. И вот эта вот резиночка, которая по телу бомбера, она сама по себе выше, чем вот эта резиночка на рукаве. И после ВТО она еще подрастянулась, и поэтому низ бомбера выглядит не так, как бы мне хотелось. Я бы хотела, чтобы он был вот так вот. Ну и модель такая и задумывалась. Поэтому, если вы, к примеру, хотите, чтобы у вас был более ровный вот здесь, тут совсем небольшая разница, если вот так вот посмотреть от этого узора до вот этого. Если вы хотите такую вот небольшую разницу, то тогда вяжите все так, как я в мастер-классе показала. Если вы хотите резиночку поуже, так как я задумывала с самого начала, но почему-то связала такую резинку, то тогда вяжите вот эту резиночку не полустолбиками с накидом, а просто столбиками без накида, так же, как и по рукаву. Это пометочка, прежде чем вы приступите к вязанию. А еще я хочу сказать, что бывает, что я оговариваюсь, либо допускаю какую-то ошибку. Об этом я делаю заметки на экране текстом, но не все смотрят, многие только слушают. И бывает, что эти пометки пропускают. Поэтому не забывайте читать описание к видео. Там я тоже указываю эти ошибки или опечатки, которые были сделаны в видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового и интересного. Присоединяйтесь к открытому телеграм-чату, в котором мы общаемся. Также туда можно отправлять фото своих работ. А также свои работы выкладывайте под тегом, который указан на экране. Либо присылайте в директ моего инстаграм или в телеграм. Все ссылочки под видео. Буду вязать вот из такой пряжи от компании Ланоса Люксус Альпака. Я вязала уже из этой пряжи шарф, это другой цвет. Здесь 100% бэби альпака. И в 50 граммах здесь 200 метров. А цвет у меня 616. Терракотовый. Буду вязать в две нити, крючком 4,5, а для набора петель буду использовать крючок номер 5. Для начала, как всегда, мы берем крючок большего размера и набираем цепочку из воздушных петель. Цепочку из воздушных петель набираем такой длины, какой длины мы желаем бомбер. Можно померить высоту предположительно, можно сантиметром,
а можно высчитать по петлям, связав образец. Как это сделать, можно посмотреть в отдельном видео, ссылочку оставлю в правом верхнем углу. Переходите и делайте свои расчеты. Если вы, к примеру, не рассчитываете все-таки, то тогда учитывайте, что вот эта вот наборная цепочка визуально выглядит немного больше, чем полотно, которое мы потом уже будем провязывать. Следовательно, воздушных петелек нужно набрать чуть больше, на 1-2 сантиметра. Я набрала 80 воздушных петель. И теперь я меняю крючок на рабочий, провязываю одну воздушную петельку подъема, и первый ряд мы будем провязывать не вот в эту вот косичку, а переворачиваем ее на изнаночную сторону, и у нас здесь вот такие вот бугорки петелек, вот в них мы будем провязывать. Для начала будем провязывать резиночку. Высоту резиночки вы определяете сами, у меня это 8 петель. И вот в первую петельку, одну воздушную петлю подъема мы сделали, в первую вот в эту вот, вот в этот бугорок, перемычечку вот этой петли, мы провязываем полустолбик с накидом. Так, в самую первую сейчас тянет на крючке петля, не очень просто зайти, вот зашли, провязываю. Мы начинаем вязание с резиночки. Сейчас мы провязываем петли резиночки. У меня это 8 петель. 8 петель я провязываю полустолбиками с накидом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот это вот высота моей резиночки. И дальше я буду провязывать столбики с накидом. Точно так же в такие же перемычки петли мы провязываем столбики с накидом. Всю воздушную цепочку до конца ряда. Вот я набрала 80 петель. 8 петель у меня резинка, и получается 72 петли у меня столбики с накидом. Я довязала до конца ряда, весь ряд провязала. И теперь, так как у нас здесь идут столбики с накидом, мы провязываем 2 воздушные петли подъема, а у некоторых может быть 3, смотрите сами, в зависимости от вашего полотна. Если у вас, например, здесь вверх будет немножко стягивать, значит делайте 3. Можно делать иногда 2, иногда 3. Вязание я разворачиваю. И теперь мы будем вязать столбики с накидом за заднюю стеночку петли. Провязываю за заднюю стеночку петли в обратном направлении. Провязываем полностью весь ряд, за исключением петель резинки. Я провязала весь ряд столбиками с накидом, и у меня осталось 8 петель резиночки. Вот здесь вот, где у нас заканчивается и начинается резиночка, на последнюю петлю резинки можно поставить маркер, чтобы не отсчитывать. Но здесь петель мало, и поэтому маркер я не ставлю. Мне удобнее отсчитывать от края, когда я вот возвращаюсь к резинке. Считаем самую первую петельку. Вот сюда можете маркер поставить, чтобы ее не терять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, последняя петля резинки. И здесь я начинаю провязывать полустолбиками с накидом. Накид. Также за заднюю стеночку петли провязываю резиночку. Последнюю петлю здесь провязываем за обе стеночки, не за заднюю, а за обе стеночки петли. Что в, вот здесь вот в конце, где резинка, что вот в этой стороне. Последнюю петлю мы провязываем за обе стеночки петли.
резиночка у нас по высоте меньше, чем столбики с накидом. И здесь мы делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваемся и продолжаем вязать резиночку за заднюю стеночку петли также. Отсчитываем свое количество петель. 3, 4. И дальше у нас уже идет ряд столбиков с накидом. За заднюю стеночку петли начинаем провязывать столбики с накидом. Вяжем до конца ряда столбики с накидом. Дойдем до конца ряда. Вот здесь вот, где у нас последний столбик, вот эта вот петелька, мы ее провязываем за обе стеночки петли. Затем делаем 2 воздушные петельки подъема, разворачиваемся, вяжем в обратном направлении, точно так же, как мы сейчас вязали. Затем резиночка. И так мы полностью провязываем все полотно. Покажу промежуточный результат. Вот здесь у меня 11 ряд сейчас идет. Вот так вот получается. Вот такой вот рельефный, красивый узор. А вот резиночка. Мы сейчас вяжем спинку. И повторяя все, что мы сейчас вязали, мы вяжем, получается, от одного края спинки до другого края спинки. Мы сейчас вяжем полностью вот это вот полотно, так как оно у нас идет. Полностью всю спинку по ширине. Ширину вот этой вот спинки можно примерить на какое-то изделие, которое вам нравится. Например, подходящее вам по ширине. Можно прям прикладывать к изделию и вот эту вот ширину определить. А можно просто сантиметром определить ширину полностью вашего изделия. И вот ширину спинки такую вяжите. Я спинку связала. Не помещается, так покажу. Здесь все ровно, как вы видите, вот эта сторона, вот эта резиночка, а это все основное полотно. В конце оставьте хороший остаток нити, чтобы нам потом этой нитью сшить плечо, чтобы не добавлять новые нити. Теперь, когда мы связали спинку, прежде чем приступить к вязанию полочки, нам нужно определить, я вот здесь вот уже поставила маркеры, отрезок для горловины по затылку. Вот, у нас здесь все ровненько, пока полотно без ВТО, из-за того, что рельефный узор и пряжа пружинистая, поэтому он так присборен. Когда мы постираем и отпарим, у нас полотно больше выровняется, и, соответственно, спинка станет шире. У меня здесь всего 42 ряда провязано, и вот я определила такое вот количество рядов посередине для затылка. У меня вот здесь вот по плечам получается по 16 рядов. И 10 рядов у меня выделены в центре. Теперь мы приступаем к вязанию полочки. И ее мы начинаем вязать точно так же. Мы здесь спинку начинали вязать, набирали вот цепочку из воздушных петель, у меня 80, также и на полочку набираем 80 петель, также начинаем вязать резинки и затем провязываем столбики с накидом, точно так же, как мы вязали спинку. И провязываем вот здесь вот столько рядов до маркера, сколько мы определили, вот у меня 16, я провязываю 16. Я провязала 16 рядов полочки, ровно до маркера. Ряд у меня должен закончиться внизу. И мы смотрим, прикладываем вот так, это у меня получается будет изнанка, это лицевая сторона. Прикладываем плечико вот так вот и смотрим, повторяется ли у нас узор, продолжается ли. Вот видите, по плечику. Чтобы у нас столбики смотрели в одну сторону, чтобы этот ряд был именно тот, такой же, как и здесь. Вот. Все совпадает, да, у нас здесь. Здесь мы будем потом сшивать. И у нас здесь все равно перед и спинка, как будто бы продолжение. Одна полочка вяжется точно так же, как спинка. Вторую полочку мы будем вязать точно так же, но будем начинать ее не с резинки, а начинать ее с вязания столбиков с накидом. Набираем петли. Вяжем сначала столбики с накидом, а затем уже резиночку. Для того, чтобы второе плечико у нас точно так же при сложении сошлось. Будем сшивать по лицевой стороне. И вот прикладываете так, чтобы у вас узор сошелся вот так же, как я показывала вот сейчас вот здесь на этом плече.
продолжаем провязывать полочку. Вторую полочку мы вот здесь вот свяжем, да, 16 рядов. Можете сейчас также ее связать, только так, как я объяснила. И вот здесь вот, вот эти 10 рядов, или у вас сколько там будет рядов, вот это пространство у нас остается пустое. Мы вот здесь вот сейчас на этой полочке определяем примерно расстояние вниз, где мы хотим сделать первую пуговичку. К примеру, вот здесь можно определить любое расстояние, которое вам удобно, пониже, повыше, как вы любите, чтобы застегивался кардиган, бомбер, и ставим здесь маркер. Я закончила свой 16 ряд вязать внизу, теперь я разворачиваюсь и продолжаю вязать свой узор, только теперь вяжу до маркера вот этого, где я сделала отметку. Чтобы определить вот это место, можете прям полочку к себе приложить вот здесь, вот этим вот местом на плечо. И вниз примерно посмотреть, и посмотреть, где вам комфортно, чтобы у вас была самая верхняя пуговица. И там поставить маркер. Я практически довязала, вот довязываю. И у меня осталась одна петля, и петля, в которой стоит маркер. Я их сейчас провяжу вместе, чтобы сделать небольшой скос. Провязываю столбик с накидом не до конца, и второй столбик с накидом я провязываю, вот, тоже не до конца. У меня на крючке сейчас 3 петли, и провязываю их вместе. Вот, чтобы убавить и немножечко сделать здесь скос. Теперь провязываю 2 воздушные петельки подъема, вязание разворачиваю. И теперь у нас эти 2 петельки вместе провязаны. Здесь мы не считаем. Мы провязываем вот эту и вот эту вот петлю вместе. 1, 2, точно так же. И все 3 петли вместе провязываем. Получается, здесь у нас было 2, здесь у нас 3 вместе со столбиком подъема, который считается за столбик. И дальше провязываем каждую петельку вниз. Получился у нас вот такой вот скос. Довязали до конца. И теперь здесь вот эту ниточку уже отрезаем, потому что полочка связана, оставив там хвостик сантиметров 15-20, чтобы потом его удобно было спрятать. Все, полочка готова. У нас получается в полочке здесь 18 рядов, 16 рядов по плечу и плюс еще 2 ряда вот здесь вот на скосе. И у нас получился вот такой вот небольшой скос здесь за счет вот этих вот 2 убавлений. Вторую полочку мы вяжем точно так же, только начинаем вязание с обратной стороны, то есть вот со столбиков с накидом, а в конце ряда у нас будет резиночка, для того, чтобы у нас потом вот здесь вот плечики сошлись по узору. Вторую полочку вяжем симметрично этой, точно так же мы провязываем свое количество рядов, которые мы определили до маркера по спинке, и затем еще 2 ряда вот так провязываем со скосом. У меня толстая пряжа, и поэтому этих 2 рядов достаточно. Если у вас, например, тоненькая пряжа, можно провязать 4 ряда. Делайте, как вот мы в конце ряда здесь сделали убавку, да, 2 петельки вместе, провязывайте 2, 2, 2 и последний ряд 3 петли вместе. То есть, если вы провязываете 4 ряда, то в 3 рядах делаете убавку по 2 петли вместе, и затем последний ряд уже сделаете убавку, где у вас будет 3 петли вместе. Это если у вас пряжа потоньше или тоненькая. Все, теперь вяжем вторую полочку. Я связала спинку и 2 полочки. Важно, что у нас вот здесь вот смыкаться не должно, потому что у нас здесь получается не такое же количество рядов, как по спинке. По спинке немного больше. Здесь у нас еще будет планочка, поэтому не переживайте, это все будет закрыто. Вот сейчас мы связали, прикладываем так, как мы будем сшивать детали. Здесь можно любой стороной, но нам сейчас важно посмотреть, сходится ли у нас рисунок вот на плечах. Мы вот так вот прикладываем, вот, и смотрим, сходится у нас рисунок или не сходится.
рисунок должен сходиться у нас. Столбики должны у нас идти в одном направлении, что по спинке, что по полочке. Вот видите, у меня все здесь сходится. И то же самое у нас должно быть по второму плечку. Ранее я говорила, что у нас рисунок на плечах должен сойтись. Вот когда вы вот эту вот полочку будете вязать, вторую, одна у вас все равно сойдется, неважно, правая или левая это будет. И я говорила, что важно начать вязать полочку одну с другой стороны. Если вы начинали, например, с резиночки вязать спинку и одну полочку, то вторую полочку нужно начать с обратной стороны, то есть вот с узора. А если вы начинали вязать с узора, например, то тогда одну полочку нужно начать с резинки. Именно для того, чтобы у нас по плечику, вот здесь вот по второму плечику, сошелся тоже узор. Когда вы будете вязать вторую полочку, вы сразу приложите к плечу и посмотрите, в ту ли сторону у вас смотрит узор, сходится ли он или не сходится. Если вдруг не сходится, то нужно, значит, начать вязать с другой стороны. Возможно, вы ошиблись и провязали точно так же, как и спинку с первой полочкой. Нам важно, чтобы у нас узор вот сошелся и по одному плечу, и по другому плечу. В принципе, если вас это не напрягает, что у вас, к примеру, будет вот так, то можете и так сшивать. Если вам принципиально, чтобы рисунок в одну сторону смотрел, то тогда нужно соблюсти эти правила. И теперь мы будем сшивать. Я вот здесь вот оставила ниточку, но здесь у меня ниточка побольше, можно оставить маленькую. Можно оставить поменьше, отмерить примерно полторы, ну пусть две длины и обрезать. У меня здесь просто остатки от мотка были, и я решила их оставить. Вдеваем в иглу и будем сшивать. По правой стороне сшиваем. Будем сшивать по правой стороне матрасным швом. Мы заходим иголочкой первую петельку и потом на этой стороне. Смотрите, подбирайте петельки, которые вам удобны, и чтобы у нас эти полосочки здесь сходились. Было бы легче и понятнее сшивать, если бы у нас вот здесь вот, например, были петельки, но так как у нас здесь столбики с накидом по краю, их ребро, то мы входим прямо в эти сами столбики и смотрим, в какие петельки нам удобно зайти. Заходим в одну сторону, в другую сторону. И вот так вот по очереди сшиваем обе части. Вот видите, у меня здесь полосочка даже сошлась. Чтобы все было ровненько, смотрите, чтобы полосочки вот эти даже сходились. И мы заходим не вот в это пространство, а заходим прям в самый вот этот вот крайний столбик. Получается, это у нас, можно сказать, что кромочный столбик. Мы заходим в него и сшиваем. Сшиваем полностью плечо до вот этого момента. Маркер я не убрала, можно прям по рядам посчитать. Но сейчас вы будете сшивать, и у вас вот здесь вот закончится полочка, и до этого момента сшиваем. Затем также сшиваем второе плечо и будем приступать к рукавам. Приступаем к вязанию рукава. Точно так же, как и весь бомбер мы вязали, на крючок большего размера мы набираем цепочку из воздушных петель. Ранее вы сделали расчеты по поводу длины рукава, и вот получившееся количество петель мы набираем. Если вы вяжете без расчетов или даже если с расчетами, когда сшили плечики бомбера, на себя его примеряйте и отмечайте, до какой величины вниз спускаются рукава. Отмечайте это место и оттуда уже полностью всю длину рукава отмеряйте. Либо сантиметром потом делаете расчеты, либо просто вот на глаз. И также набираете цепочку из воздушных петель. У меня получилось 63 петли я набираю. На бомбере у меня 80, на рукаве 63 петли. Набираем цепочку. Я набрала свои 63 петли. Меняю крючок на рабочий.
И теперь буду провязывать также вот за эти перемычки, которые у нас идут на изнаночной стороне цепочки. Я делаю одну воздушную петельку подъема и сразу же вот в эту первую перемычку я начинаю провязывать. Резиночку здесь мы будем провязывать столбиками без накида, поэтому петельки резиночки я провязываю столбиками без накида. Сначала провязываю петли резиночки, чтобы одним вот этим рядом мне подняться наверх. Ширину резинки это также на ваше усмотрение. Я оставила те же 8 петель, которые у меня были полностью по низу бомбера. Провязала резиночку и теперь уже перехожу к вязанию столбиков с накидом. Также за эти же перемычки я провязываю весь этот первый ряд. Провязываю столбики с накидом полностью до самой первой петельки набора. Я связала полностью один ряд. И пришла вверх рукава. Так как у меня рукав будет из трех цветов состоять, основной вот этот вот терракот, горчица и коричневый, я буду эти цвета присоединять по отдельности. И почему я провязала сейчас один ряд и пришла к верху рукава? Для того, чтобы у нас протяжки на рукав остались по верху рукава. Здесь мы их сделать не можем. Ниточку обрезать после каждого цветного ряда я не буду, а просто буду делать протяжки. И вверху рукава, потом, когда мы рукава пришьем, у нас их не будет видно, так как они у нас останутся на изнаночной стороне. Именно поэтому мы провязываем сейчас только один ряд основным цветом. И также одним рядом основного цвета мы закончим вязание рукава. Для того, чтобы потом нам сшить этим же цветом рукав. Чтобы все было красиво и аккуратно. И вот сейчас я провязала один ряд и присоединяю новую ниточку. И этой ниточкой уже я провязываю воздушные петельки подъема. Делаю 2, иногда 3. Точно так же, как на бомбере. Смотрите сами. Главное, чтобы вот здесь вот не стягивало, иначе потом рукав у вас вверху будет узкий. И будет это вообще некрасиво выглядеть. Теперь мы провязываем новым цветом. Все точно так же, как мы и провязывали. Сейчас горчичным цветом я провязываю до резиночки ряд и возвращаюсь наверх. То есть я провязываю 2 ряда. Горчичным цветом. Затем также я довяжу до этого места, как вот здесь я вязала. Присоединю здесь коричневый цвет, точно так же провяжу 2 ряда. И затем вот этим вот терракотовым снова буду провязывать. Буду идти вверх, меняя цвета. Получается, у нас вот так вот будут подниматься ниточки и будут здесь протяжки на высоту наших вот этих вот цветных провязанных рядов. Можно провязывать из 2 цветов, к примеру, тогда протяжки будут меньше. А можно вообще просто одним цветом провязывать рукав, это по желанию. И таким образом, меняя цвета, соблюдая вот этот весь наш узор, мы провязываем всю ширину рукава. Когда вы будете менять цвета и поднимать вот эту вот ниточку вверх, для того, чтобы снова ею провязывать, тогда вот это не затягивайте, вот эту ниточку не затягивайте, чтобы было вот так. Иначе здесь все будет стянуто. Ну и не делайте слишком слабо, чтобы вот так у нас нить не болталась. Иначе потом, когда вы будете бомбер надевать, у вас вот сюда вот просто пальцы будут заходить, и это будет вам все время мешать. Поэтому мы просто без плотного натяжения вот так вот поднимаем наверх. Смотрим, вот здесь чуть-чуть растягиваем и смотрим, чтобы эта ниточка была в величину вот этого расстояния поднятого. И провязываем. Вот такой получается рукав. Я провязала один ряд основным цветом, потом по 2 ряда я провязываю равными цветами. Горчица, коричневый, затем снова идет у меня основной терракот. И вот здесь вот по краю вот такие вот протяжки остаются. Вот они. Вот здесь у меня не стянуто и не расхлябано. Эти протяжки потом у нас будут внутри бомбера. Именно поэтому цвета мы присоединяем сверху рукав. Мой рукав связан, и в моем рукаве 5 повторений цвета. У меня 3 полоски. Терракот, горчица, коричневый. 5 раз я их повторила и закончила полосочкой терракота. Так же, как и здесь, начала одной полосочкой терракота.
Для того, чтобы во время вязания точно определить ширину вашего рукава, вот именно вот в этой вязке, она у нас очень рельефная, и при вязании немножко вот скрадывается полотно. Когда мы постираем, оно у нас немного выпрямится, и от этого ширина его будет другая. Вот, чтобы во время вязания вам точно определить ширину, которая вам нужна, свяжите основную ширину и затем отпарьте полотно. При отпаривании слегка вот потяните, чтобы оно все равно немножечко распрямилось. И тогда вы увидите более реальную ширину вашего рукава. В случае с вязанием вот цветов, которые повторяются здесь, нужно ровное количество, чтобы все три цвета у нас уже были в рукаве. Не могу я закончить, к примеру, на горчице вот здесь, вот, чтобы потом вот здесь вот присоединить. А так бы можно было мне вот прям на столечко сделать рукавчик поуже. Закончила одним рядом основного цвета. Здесь я нить не обрезаю. У меня вот здесь вот вытянула я вот такую петельку большую. Я сейчас просуну здесь свои мотки. И затяну ниточку. Все, вязание рукава закончено. Я оставляю эти мотки здесь, нить не обрезаю, для того, чтобы потом крючком соединить вот здесь вот рукав. Сейчас я сшивать его не буду, так как хочу сначала пришить его к бомберу, вот здесь вот, а затем уже буду сшивать рукав, и вот получается вот здесь вот будет боковой шов бомбера. Чтобы сделать все одним швом и так удобнее. Сначала пришить рукав, а затем уже сшить рукав сам. Ну, мне так удобнее. Если вы хотите, то тогда можете сшить этот шов и затем уже рукав этот пришивать к бомберу. Если у вас, к примеру, пряжи не остается на второй рукав, то тогда вы просто отмотайте хороший моточек такой, чтобы вам точно хватило вот соединить крючком, соединительными петельками вот этот вот шов рукавчика и боковой шов бомбера, чтобы лишних ниточек нам не присоединять. Одной нитью все мы будем сшивать. Теперь точно так же вяжем второй рукав. Набираем, вяжем один ряд и затем уже меняем цвет. Если вы, к примеру, вяжете рукав не разными цветами, а просто одним цветом, таким же, как и бомбер, то тогда просто набираем и вяжем всю его ширину. Вот такие у нас плечевые швы. Если честно, мне не сильно нравится этот шов, потому что в нем рельеф теряется, и он немножечко как бы в глубину уходит. Я хочу это исправить, визуально замаскировать при помощи тамбурного шва. Нам нужно будет проложить тамбурный шов по двум сторонам, и нам надо сделать это симметрично. Например, если я начинаю с центра эту сторону, значит, из центра я эту сторону также буду начинать. Или если вы начинаете отсюда, то тогда с этой стороны тоже начинайте отсюда, от рукава. Я также беру свою двойную ниточку и увожу ее за полотно. Теперь здесь мне нужно в самую-самую крайнюю вот эту ниточку просунуть крючок на уровне вот этого шва самого. И там у нас ниточка. Мы надеваем ниточку вот эту вот на крючок. И здесь вытаскиваем. Так, у нас здесь остался хвостик. Хвостик нам нужно просто оставить. Подтягиваем его пока, а потом будем его прятать. И вот этой вот ниточкой будем прокладывать тамбурный шов. Теперь мы заходим в следующую петельку. Большие расстояния не делайте. С непривычки это очень неудобно делать, но можно быстро этому научиться. Вставили крючок. Также он у нас наизнанку вышел. Здесь у нас ниточка на пальце, мы ее надеваем на крючок и вытаскиваем на лицевой стороне. У нас здесь еще могут попадаться ниточки, которые у нас в полотне, аккуратнее. И вот эту ниточку, которую мы вытащили сейчас, продеваем сквозь петельку, которая у нас уже была на крючке. Продолжаем. Вставляем
следующую петельку. Здесь непонятно, что у нас петельки, так как у нас тут шов такой идет. Ну, смотрите сами, чтобы было одинаково. Одинаковое расстояние, чтобы вот эти вот петельки тоже были одинаковые. Все точно так же. Крючок на изнанке. Зацепляем эту ниточку крючком и вытаскиваем. Вытащили и продели сквозь петельку на крючке. И продолжаем точно так же. Каждый раз на изнанку выворачивать не нужно. Это я просто для наглядности показываю. Там на пальчике у вас рабочая нить, и это все чувствуется. Старайтесь идти по одной траектории, чтобы вот этот вот тамбурный шов, это имитация лицевой петельки, такая косичка у нас тут образуется. Так, одну ниточку захватила. Чтобы эта косичка у нас была на одном уровне, чтобы она не виляла туда-сюда зигзагом, то сюда, то туда, то сюда, то туда, тогда будет некрасиво, а чтобы вот так вот ровненько шла. Именно для этого варианта можно взять ниточку даже потолще, чем двойная, можно вот тройную. Так как у меня объемное вязание здесь и достаточно толстое полотно, и немножко этот шов теряется, поэтому можно взять ниточку тройную. Бомбер я вяжу двойной ниткой, вот на одну больше взять и проложить тамбурный шов. Все точно так же мы теперь продолжаем здесь до конца. И потом то же самое делаем с этим плечом. Петельки вот эти вот не затягивайте, чтобы у нас здесь плечо не стянуло. У нас же здесь спущенное плечо, нам нужно, чтобы немножечко оно все-таки тянулось. Поэтому не затягивайте эти петельки. И в конце, когда мы вот уже здесь, также вот ниточка одна, и я сюда продела петельку. И теперь я эту ниточку обрезаю, ставлю хвостик 15 сантиметров примерно, чтобы удобно было его прятать. И просто вот так вот протаскиваю через петельку и затягиваю. Вот такой вот получается шов, аккуратненький. Маскирует какие-то неровности. А здесь он небольшой, поэтому не сильно заметен, но немного выравнивает все равно этот шов. Я сделала этот шов сейчас, до того, как я пришила рукава и связала планку. Но можно сделать это и потом. К примеру, если здесь планка, а здесь уже рукав, то просто вы в том месте, где вы начинаете этот шов, вытаскиваете петельку и доходите до того места, где вам его нужно закончить. Кстати, тамбурным швом можно делать много чего еще. Если вам интересно, то я сняла на эту тему отдельное видео. Переходите по ссылочке в правом верхнем углу и смотрите. Уверена, вы удивитесь. Сейчас мы будем пришивать рукав. Прежде чем пришивать рукав, рукав также нужно отпарить, чтобы у него был более реальный размер, так как после стирки именно в этом узоре пряжа распрямится еще вот так вот. Узор распрямится, вытянется. Поэтому, чтобы нам пришить рукав правильно, с правильной шириной, нам нужно обязательно его отпарить. Либо еще лучше вообще постирайте рукава. Постирайте и отпарьте, уже чтобы настоящую ширину рукава пришивать к бомберу. Теперь мы бомбер раскладываем таким образом. Вот у меня здесь плечевой шов. Это все еще не постирано, поэтому выглядит кривовато. Я прикладываю перпендикулярно рукав, считаю количество рядов. И ровно в центре, вот здесь вот, к плечевому шву, ставлю маркер. У меня ровно середина рукава по ширине вот здесь, вот между вот этими двумя полосками. Вот я пристегиваю маркером вот здесь, чтобы уже знать, что у меня здесь центр. Также мы пристегнем еще два раза вот здесь и вот здесь вот в конце. И то же самое с той ширины. Сразу же можно также пристегнуть и второй рукав. И затем будем уже сшивать. У меня бомбер связан двойной ниточкой. Сшивать я буду вот так. Я вдела нить, просто сделала ее двойную. И отмеряю двойную длину сшиваемой поверхности. Здесь, конечно, нужна длина такая чуть больше, чем одна длина. Но я на всякий случай делаю примерно 2, 1,5-2, чтобы было удобно и хвостики потом спрятать, чтобы остались хвостики и в начале, и в конце. Пристегнули маркеры, и теперь при сшивании вот эти протяжки по рукаву нам нужно будет отправлять на изнаночную сторону, чтобы они у нас были внутри.
убираю первый маркер. Так, вот здесь вот у меня петелька. В петлю, которая у нас по бомберу, я буду входить вот в серединку. В серединку вот этой вот косички, чтобы у нас вот здесь вот по краю осталась вот такая вот полосочка аккуратная. Я захожу сюда и будем сшивать матрасным швом. Вхожу в первую петельку на рукаве. Оставили хвостик сантиметров 15. Затем я вхожу в следующую петельку, также внутрь петли. Вот у нас косичка. Я не с этой стороны забираю, а именно внутрь косички захожу. То есть одна стеночка косички у нас остается здесь, а одна уходит вовнутрь. А здесь мы уже забираем петельки, которые нам удобны, потому что здесь мы идем прям по столбику, так же как по плечам мы сшивали. И у нас вот здесь вот получается вот так. Здесь еще мало пришито. Не особо хорошо видно, но вот здесь вот остается одна полосочка, которая здесь дает такой ровненький шов. Продолжаем сшивать полностью весь рукав. Потом таким же образом будем сшивать и второй рукав. Я здесь еще при сшиванию подхватываю вот эти вот протяжки, чтобы они у нас по изнанке тоже не были такими длинными. Просто вот ввожу, например, иголочку. В петельку ввела, вот так вот захватила тоже, и потом уже вывожу иглу на нужном месте. И они вот так вот закрепляются здесь и уже не остаются такими длинными. Здесь я сначала так не делала, и вот они тут остались, а здесь уже вот захватываю, чтобы отдельно потом не приходилось их подшивать. Кстати, ниточки, которые мы обрезали при вязании рукава, если вы, к примеру, вязали разными цветами, мы их закрепляем. Я вот разделила ниточку, у меня двойная, по одной отдельно я их закрепляю. Просто вывожу петельку и двойную воздушную петельку делаю и вытягиваю ниточку и затягиваю хорошенечко узелок. Так же, как я всегда закрепляю эти хвостики, и теперь мы эти хвостики прячем в полотно. Рукава пришиты. Вот эта полосочка этой косички одной стороны. То, о чем я говорила, что здесь по краю рукава у нас теперь все ровненько. Здесь плечевой шов, тут все выровняется после ВТО. И после того, как мы сшили рукава, мы теперь будем сшивать вот здесь вот сам рукав и боковой шов бомбера. Я выворачиваю на изнаночную сторону, так как я буду сшивать не иглой, а крючком. Если хотите, можете сшивать иглой. Здесь у меня остался моток. Я оставляла специально для того, чтобы сшивать рукав крючком. И сшивать мы будем следующим образом. Вставляем вот сюда вот в первую петельку, самую-самую первую петельку, крючок, и отсюда ниточку забираем вот сюда вот, протягиваем петельку, делаем воздушную петлю подъема для удобства, чтобы дальше нам уже идти. По лицевой стороне нам нужно, чтобы у нас этот шов не портил наш вот этот вот рисунок, поэтому по вот этой вот передней части, которая у нас сверху, мы будем заходить сюда в петельки за обе стеночки петли, вот под обе стеночки петли я крючок ввожу, вот. А вот с этой стороны
которая у нас идет внизу, я буду заводить под дальнюю стеночку петли, вот эту вот, не переднюю, а заднюю. Ввожу, захватываю ниточку, вытаскиваю и делаю соединительную петельку. Продолжаю. Вторая петля под обе стеночки петли и за заднюю стеночку петли. Под обе и за заднюю. Вот эти вот петельки мы не затягиваем, чтобы у нас не стянуло шов. Продолжаем. Сшиваем полностью весь рукав. И точно так же мы сшиваем вот эту вот боковинку. После того, как мы сошьем рукав, вот подмышка, мы приступаем к боковинке. Вот какой у нас получается шов, если вывернуть на лицевую сторону. У нас вот этот вот рельеф от рядов, вот видите, вот здесь вот такие ряды, и он у нас здесь продолжается, благодаря тому, что мы здесь цеплялись за заднюю стеночку петли. Рукава пришиты, все шовчики вертикальные сшиты, и теперь нам осталось обвязать планку. Поворачиваем бомбер таким вот образом, чтобы нам начать планку вязать снизу с резиночки. Сейчас бомбер у нас на лицевой стороне. Если вы, к примеру, вязали рукава разноцветными полосками, то планку можно тоже связать любым из этих цветов. Но я оставляю свою первоначальную идею — планку связать основным цветом. Беру также двойную ниточку, присоединяю вот сюда вот, в самую-самую нижнюю петельку. Смотрите, прям чтобы она была самая нижняя, чтобы ровненько было у нас все здесь, чтобы перехода вот здесь вот не получилось. Если петелька тугая, вот здесь крайняя, можно взять поменьше крючок, чтобы его просунуть и вытащить уже ниточку. Присоединяю ниточку, оставив хвостик сантиметров 15. Вытаскиваю петельку и крючок меняю на рабочий. Здесь у нас от окончания вязания еще ниточки. Их оставляем, потом будем прятать. Провязываем одну воздушную петельку подъема. И у нас здесь по краю косичка. Провязываем столбики без накида за заднюю стеночку петли. Просто обычные столбики без накида. Провязываем полностью. Довязали до вот этого места, где у нас был скос. И здесь точно так же провязываем столбиками без накида. Только здесь мы захватываем петельки, чтобы было удобно нам их провязать. Смотрите, чтобы не оставалось дырочек. Просто провязываем, сглаживая вот этот вот уголок. Вот здесь за вот эту петлю не провязывайте, чтобы здесь было отверстие. Можно захватить там еще одну ниточку, которая сзади этой петельки. Вот. И дальше опять продолжаем провязывать петельки. Запомните, сколько петелек здесь вы провязали, либо потом посчитайте, чтобы на левой стороне нам тоже провязать вот здесь вот столько же петелек, чтобы одинаково все было. Продолжаем провязывать до плечевого шва. Провязываем столбиками без накида полностью весь ряд до резиночки, вот до конца резинки, до нижней части левой планки. До конца ряда довязали. Это левая планка у нас. И я дошла как раз до самого низа. Здесь я вязание поворачиваю, делаю одну воздушную петельку подъема. И по изнаночной стороне мы будем провязывать столбики без накида, только уже не за заднюю стеночку петли, как мы провязывали, а за переднюю. Вот она ближе к нам. Но смотрите внимательно, чтобы не захватить случайно и вторую стеночку петли.
То есть провязываем за переднюю стеночку все те же столбики без накида. Теперь мы просто провязываем по существующим вот этим вот петелькам. Идем в обратном направлении. Провязываем за переднюю стеночку петли. Сейчас мы вяжем изнанку, полностью всю планку до правой полочки, до низу, там, где мы начали. Затем вязание разворачиваем. И по лицевой стороне мы снова планочку провязываем за заднюю стеночку петли. По изнанке мы будем провязывать за переднюю стеночку петли. Вот она у нас здесь. А по лицевой стороне будем провязывать за заднюю стеночку петли, также столбики без накида. Вяжем таким образом всю планку. Планка здесь должна быть не узкая, не меньше 5 сантиметров. Примерно вот. Не забывайте сделать петельки для пуговиц. Если у вас для мальчика, то петельки для пуговиц на левой планке будут располагаться. Если вы вяжете женский вариант, тогда петельки для пуговиц будут располагаться на правой стороне. Вот здесь вот у нас, где у нас вот был скос вот такой, у нас вот здесь вот должна быть верхняя петелька для пуговицы. Вот здесь. Не прям вот на уголочке, а вот на пару петель ниже. Здесь. И внизу вот здесь вот на резиночке. И между ними равномерно располагайте петельки для пуговиц. Более подробно, как вязать петли для пуговиц, я уже снимала видео отдельно, не буду здесь опять на этом останавливаться. Поэтому, если вы не знаете, как их сделать, переходите по ссылочке в правом верхнем углу и посмотрите. Все, теперь таким образом мы провязываем полностью всю планку за заднюю стеночку петли по лицевой стороне и за переднюю стеночку петли по изнаночной стороне. Не забываем делать петли для пуговиц. Я уже связала свою планочку, заодно и новый узорчик придумался. Конечно, таким узором можно вязать не только планку, но и любые другие изделия. Узор плотный получается и красивый. Всего в моей планке 9 рядов. И вот, связав 6 рядов, я сделала петельки для пуговиц. Вот так вот они выглядят. Специально так оформила, чтобы вот эта петелька не терялась в полотне, а была именно заметна, чтобы мы без труда могли найти петельку для пуговицы. Сейчас я покажу на образце, как их делать. Мы делаем все точно так же, как обычно. Если вы смотрели видео про петельки для пуговиц, то вам уже понятно. Я отмерила расстояние. И вот, к примеру, я провязала 6 рядов. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И пришла к лицевому ряду. В лицевом ряду мы вяжем за заднюю стеночку петли планку. Вот, к примеру, я провязала вот, допустим, 4 петли, да, и вот здесь вот у меня, допустим, стоит маркер, да, мне здесь нужно сделать петельку для пуговиц. Если у вас пуговица большая, то тогда пропускайте 2 петельки для пуговиц. Это вы смотрите в зависимости от вашей пряжи, сколько петелек вам нужно. У меня, к примеру, была одна, и я покажу именно на одной петельке. Я набираю одну воздушную петельку на том месте, вот здесь, к примеру, у меня стоит маркер, да? Я набираю одну воздушную петельку и пропускаю петлю, в которой у меня стоит маркер. И в следующую я провязываю, как обычно. Довязываю до конца ряда полностью планку, разворачиваюсь, и теперь у нас изнаночный ряд. Изнаночный ряд я вяжу за переднюю стеночку петли. И вот я дошла до места, где у меня петелька для пуговицы. Вот она. Если я здесь просто провяжу вот так и оставлю, она может потеряться среди остальных всех петелек. Я решила ее выделить. И на этом месте, где у меня петля для пуговиц, я в это отверстие провязываю 3 столбика без накида. Просто внутрь этого отверстия. Дальше ряд я довязываю полностью изнаночный. Разворачиваюсь на лицевой ряд. Здесь у нас снова за заднюю стеночку петли. И
мы пришли опять вот к этой петельке для пуговиц. У нас здесь была набрана одна воздушная петля и одна пропущена. Нам нужно вернуть здесь то же самое количество петель, которое у нас и было. Если мы, к примеру, провяжем все существующие петельки, у нас планка будет волниться, потому что здесь у нас будет шире, чем вот здесь. Поэтому нам нужно вернуть наше обычное количество петель. То есть на месте вот этой петельки для пуговиц мы должны провязать одну. Если у вас, к примеру, было две, то вы провязываете две, да? Если вы две петли пропускали и две петли набирали, то вы провязываете две. И потом возвращайте также то количество петель, которые у вас было, да? Вот сейчас у меня здесь одна пропущена, одна набрана. И в эту одну набранную у меня провязано 3 столбика, а мне нужно провязать 1. Теперь я вот этот первый столбик просто пропускаю и провязываю в середину за заднюю стеночку петли, да, у нас лицевой ряд идет. И пропускаю следующий столбик. И дальше провязываю свой ряд как обычно. Затем вяжу планку все как обычно. Вот, у нас появилась вот такая оформленная петелька для пуговицы, которая не потеряется. И здесь мы вернули количество петель, которые у нас было. То есть мы пропустили одну петлю и одну петлю. Две петли пропустили по краям. Они у нас здесь были набраны просто для визуального эффекта. Если, к примеру, вы пропускали две здесь петельки и набирали 2 воздушные петли, то вам можно провязать вот в эту дырочку не 3 столбика, допустим, без накида, а 5 столбиков без накида. У меня маленькая дырочка, поэтому я сюда провязала 3. Если у вас большая, можно провязать 5. Но если вы, к примеру, отверстие для пуговицы делаете из 2 петель, вам потом нужно также вернуть эти же 2 петли, несмотря на то, сколько столбиков вы провязали. Здесь также нужно будет пропустить петельки. Я закончила вязать лицевым рядом, чтобы у нас поверху вот эта вот косичка осталась. С изнаночной стороны планка выглядит вот так. Когда вы закончите вязать, у вас планка будет заворачиваться вон туда, потому что у нас этот ряд провязан за заднюю стеночку петли, и она туда будет заворачиваться. Но не переживайте, вот мы довязали полностью бомбер, теперь мы его стираем, ждем, когда он высохнет, и после стирки нам нужно обязательно его отпарить. Как я стираю и отпариваю вещь, можно посмотреть в отдельном видео. Ссылочку оставлю в правом верхнем углу. И вообще, ссылку на это видео вы найдете под каждым видео моим. Потому что стирка и отпаривание – это очень важно для того, чтобы привести вещь в идеальный вид. После того, как мы постирали вещь, она высохла, мы ее отпариваем. Отпариваем обязательно все шовчики, которые у нас есть. Вертикальные, горизонтальные. Неважно, обязательно хорошенько отпариваем планку. И планку отпариваем с двух сторон, с изнаночной и с лицевой стороны. И поправляем вот этот вот заворот, вот этот, который у нас заворачивается, мы его расправляем. И тогда у нас планочка все лежит ровно. Вот видите, у меня она лежит ровно и никуда не заворачивается. Я уже свой бомбер постирала, отпарила, он у меня высох, осталось только пуговички пришить. И как всегда, как и любая большая вещь, у меня не помещается формат экрана. Я сейчас измерю параметры моего бомбера в сантиметрах, чтобы вы ориентировались. Ширина моего бомбера 54 сантиметра. Длина изделия 58 сантиметров. Ширина рукавчика у меня 20 сантиметров. Ну и, соответственно, пройма такая же. И длина рукава 45,5 сантиметров. Ширина моей планочки вот 5 сантиметров, ровно 5 сантиметров. Бомбер получается не в обтяг, он слегка оверсайз. Я вязала на размер 42-44, но здесь 44-46 тоже будет хорошо, потому что такая вещь и не должна быть в обтяг. И на эти параметры у меня ушло 11 мотков основного цвета, вот этого, терракот. И у меня ушло на оба рукава по одному мотку каждого цвета. И еще плюс к одному моточку там было еще немного. Грамм 10, наверное, от мотка еще, от второго мотка. Поэтому на два рукава у меня ушло каждого цвета один целый моток и еще грамм 10, то есть 60 грамм примерно. Получается, на сам бомбер у меня ушло 10 мотков, и 11 у меня ушел на рукав.
И всего у меня ушло, получается, 13 моточков плюс еще грамм 20. Все, теперь мы пришиваем пуговички и с удовольствием носим наш бомбер. Получился шикарный стильный бомбер в красивых осенних цветах. Конечно, можно вязать его из абсолютно любой пряжи и любыми цветами. Единственное, что меня немножко огорчило, это ширина вот этой нижней резиночки. Я делала пометку в начале, что ее нужно было вязать такой же резинкой, как и на рукаве, чтобы резиночка была стянута и чтобы резиночка была задумана изначально ширины. Но это абсолютно бомбер не портит, поэтому результатом я очень довольна. Кому мастер-класс понравился, поблагодарить можно лайком. Всем приятного вязания!